Дамы и господа, раз, два, три, четыре, пять, добрый день, здравствуйте всем, кто смотрит данное видео. Вы находитесь на канале YouTube Monver. Мы сейчас находимся в главном меню сетевой игры Call of Duty Black Ops Cold War. Добро пожаловать. И всем тем, кто сейчас со мной находится в данном самолете, прошу, я вас немножечко предостерегаю. Я слегка употребил перед тем, как снимать данное видео, и мне слегка сложно, прошу вас отнестись с пониманием, и если вы не безразличны к судьбе данного канала, поставьте, пожалуйста, лайк. Так, так, тихо, сегодня я здесь разговариваю, прошу вас поставить лайк и подписаться на данный канал, видео бета-версии специально для вас. Там кто-то про рэп сказал? Если честно, я знаю рэп, потому что мне сегодня не очень хорошо. Так, кто там Шмаляева устраивает? Я тебя видел. Кто? Делаю чайный пакет этому пацану, бой. Дэм, бой. Так, подождите. Господа, мне немножечко не очень хорошо как-то сейчас, подождите, уничтожение отряда происходит. Сейчас происходит уничтожение моего мозга, если честно. Я просто немножечко праздновал, как бы съел немножечко торта, попил чай, и не только попил чай. А я лечу в лес, потому что в лесу меня ждут лесные жители. Я вообще шпион, как бы русский. Так, сейчас я под дерево сяду и расскажу вам, кто я такой на самом деле. Это канал Monver, меня зовут Дмитрий, запомните меня таким. Если что, вы находитесь на данном канале, почему у меня включен фонарь в дневное время суток. Прошу вас заметить, у нас два отляда, сабля и гуру. Можете называть меня молодым гиком в данной игре, несмотря на то, что вы любите Мортхаус смотреть, но нам как бы с Сережей нравится тоже в колду покатать. Мы предзаказали данную игрушку за 2800, и я уже еду кататься на Урале. Вон он стоит. Нет, вот этот поближе взять. Он не дымится, поэтому я сажусь. Смотрите, это я. Вот так я выгляжу. Я крутой байкер. Если я крутой байкер, оставьте, пожалуйста, комментарий. Все, я уезжаю из этого леса. Верните меня на карту Фейтория. Ограничение скорости 50 км в час. Так, подождите, мне немножечко стало не очень хорошо. Я просто лягу здесь. Над вами ударный вертолет. Берите этот череп с моего экрана. Я не хочу на него смотреть даже. Он олицетворяет какую-то смерть. Просто смерть. На самом деле, я хотел устроить рафляное такое видео, хотел сделать нарезочку, но немножечко планы поменялись. И надеюсь, вы поймете, господа, я перед вами извиняюсь. 10 раз уже извинился. На видео, прямо на видео вы можете зафиксировать мои данные извинения, почему я врезался в дерево. Это значит, что я должен пойти и залутать. Россия! А? Ящик снабжения. В смысле, я уран в карман положил? Доставьте уран на место подрыва. А у меня это пыса не отвалится, если я буду уран в кармане носить? Вы что, издеваетесь? Дайте-ка я его выложу. Сами таскайте его. Я такое не буду трогать. У меня потом же не будет работать как следует. Смотрите, какой маленький вертолет. Сталкер. Сталкер. У меня есть ударный вертолет, как его использовать? Так, смотрите. Нажимаю кнопку. Что-то вылетело. Можете меня допрашивать. Меня зовут Дмитрий. Я говорю правду. На самом деле, вот эти кусачки и баловник. Или баллонник. Не буду соврать. Можете написать в комментариях, как ваши дела, как зовут вашу собачку. Если вашу собачку зовут так же, как и мою собачку, у меня нет собаки.
Так, вот это Сережа присоединился. Теперь я могу наконец-то раскрыть. Я просто немножечко употребил, бухнул, как бы это самое. Все, погнали. Так. Заебись, блядь, информация. И ты Информация. забыл сказать, что нам сам Activision, короче, дал ключи на Кстати, да, бета-тестирование. я забыл сказать, да, что нам Activision дал ключи на бета-тестирование. Просто, Сережа, если честно, я уже немножечко подзаснял, как бы там вступление есть. Поэтому мы сейчас просто залетим и раздадим всем пиздюлей, так как мы балаклавные люди. Ну, давай за Майами, ладно, проголосуем. Как бы вот у нас уже полный самолет типов. Это все наши люди стоят, все подписчики. Если вы еще не подписались, нажмите кнопку подписаться, и тогда мы просто пройдем мимо. Вообще. Да ебать, вот эта фигня вся, она сбила все мои карты. Я хотел рафляный видос заснять, но она как бы, она рафляная, как бы, ну, Что несешь, блядь, нихуя дебил? там басик-то видел, блядь. Мне начало игры нравится, когда, блядь, приебашиваешь А, нахуй. типа, приезжайте на тачке и говорите, типа, вы все пидорасы, а я Д'Артаньян. Блэквуд это, который... Опа, здорово. Нифига, у Здорово. нас рыжая тёлка за рулем, значит, добра не жди. Так, опа, пацаны, раз, два. Так, нам нужно Превосходство. поздороваться сначала. Здорово, хай. Здорово, хай. Хай. Все, пойдем. Говорят, здесь где-то был бар, и нам нужно догнаться. Нифига, у меня 60 FPS, Серега, это уже радует. Напоминаю, что мы играем в бета-версию. Знаешь, сколько у меня частота? Погоди, я только что пнул бутылку, и она прогремела. Так, ты на альфа, иди вот сюда, Я в уже зе... мертв. The И опять на Кайман. альфе. В Кайманы иди, Серега, в Кайманы. Заебись, ты Тут объясняешь? люди бегают, тут Я быстрее. первый раз на этой карте. Я тоже первый раз на... Иди сюда, вот ты меня видишь. Все, пойдем. Смотри, тут открыто, заходим. Нихуя. Так, давай Ты я себе тут. этот формат поменял? Формат 18. Пойдем наверх. Так, блядь, что такое-то, а? Ну, Серега меня убивает в этой игре. Ну, это пиздец. Я, блядь, захожу посмотреть на антураж местных баров, бухнуть бухло. Если что, я на ресепшене в каком-то отеле на С. Ты на Б? На С. Как разговаривать? Нахуй ты. Алло! Да. Алло! Алло! Захватывай. Блядь, Серега, ты не это. Что? Да подожди меня, ты же в баре вот Занимаем находишься. альфу. Иди назад. Смотри, вот оно, наверх Нас тут поднимайся. захват. Да Теряем право. без разницы, какой там захват, ты... Блять, ладно, я тебе Зона помогу альфа так уж под и быть. контролем. Пойдем, смотри, смотри, смотри. Пойдем, пойдем. Вот, бухань, бухань, Сверху иди. на мини на моей не Самолет подорвись. шпион. Да я, ты, она на своих не работает, смотри, похоже. А как мне залезть, чтобы я раздавал бухло? Она Человека глушит вижу. сигнал. Убил. О, Мне три медали дали здоровенько. за то, что я убил человека. Кстати, к нам чел заходит. Уже не заходит. Там еще один. Так я домой с Я медалями вернусь. перезарядки. Хорошо, я понял. Все. Я Ты перезарядился. перезарядился, точно? Да. Проверь, пожалуйста, перезарядился ты или нет. Да. Я видел человека, он умер под джипом. Джип Убил. умер под Мне ним. еще две медали дали, я уже герой России. Меня нужно О. награждать. В начале данного видео сознался то, что я русский шпион. И канал называется Монвер, и меня зовут Дмитрий, если что, если ты не знал как. Не, я это просто говорю на всякий случай, если кто-то не понял. Если кто-то вот хотел узнать историю канала, то вы можете посмотреть канал Evil Этому Black рабу Cookies. быстрее Там было победить. вот это вот начало, вот, когда Теряем мы право. играли в Left 4 Dead, и когда никто не смотрел. В принципе, и сейчас никто не смотрит, но я чувствую себя молодым Майк Тайсоном, когда смотрю на вот эту фотографию молодого типа. Бля, ты с револьвера стрелял тут с магнум? Это вообще трэш. Нет. Позвали А у меня. тебя какой уровень? Второй. Откуда у тебя магнум? Не знаю, он у меня в первом лудауте висит, магнум. А, ты понял. Ну, типа, стандартный Первый этот. раунд окончен. Смотри, Я понял. конец раунда. У меня ЦРУ тут свои против комплекты. ДГИ. Это я. Смотри, одного, другого. Правда, это вражеская команда.
Да нафиг ты это рассказываешь? Кто-нибудь первый раз посмотрит, подумает. Да ты просто предатель, о, меня убил. Зачем ты меня убил, Монгер? А, так это предатель, это продолжение Among Us, часть 4, если что. Если кто-то мог подумать. Нахуй ты меня убил. Бля, на самом деле, Серега меня сейчас чуть не вывернуло. Это вообще пиздец, у меня аж голова кружится. Я просто постою в море, посмотрю это. Ты Вудс, что ли? Нет. А, ты Балаклава. Во. Я просто смотрю на эту воду и успокаиваюсь. Захватываем Чарли. Ну, хоть на гранат кидаешь. Чтоб проверить, видел 2D дым? У меня есть активная защита, она поможет от снайпера сработать? Как ты думаешь, это новая игра, мы должны проверять все. Разрушать мифы. Я отомстил за тебя, мне дали 3-й уровень, я рядовой 2. Теперь я подчиняюсь меньшему количеству человек. Поднялся, теперь могу крепить других людей. Я теперь дед. Все, пойдем. Старый дед. Потому что я уже на 10 минут играю больше, чем в этой игре. Можете называть это деды в колде. Я жду тебя на басике. Вот, и вот ты где-то рядом. Во-во-во-во-во-во. Меня видишь? Иду, да-да-да-да-да. Давай. О, вот нифига мы отдыхаем. Е-бой. Смотрите, это наш новый влог. Мы отдыхаем в бассейне на точке С. Сейчас мы ее просто захватим, потому что мы можем это сделать. Смотри, Грена вправо. Занимаем Чарли. Я как будто играю в батлу, которая с ограблениями. Отмечать нельзя, да? Типа, там типа три раза можно тыкать, чтобы с артиллерии ебашило. А, нормальная тема. Один есть. То есть ты убиваешь людей, да? Да, у нас тут среди чел где-то. Во, он сюда идет. Блять, ляг. Дырях. Дырявый. А, дырявый. Меня убил дырявый только что. Альфа под контролем. Это победа на самом деле, мы выиграли. Мы просто под прикрытием. Мы иностранные шпионы. Смотри, это мы заходим. Это я. Это Минвер, фиксируйте. Смотри, второго убиваю. А третий будет сегодня, нет? Нет. А, да. Или нет? Да. Этот килл я посвящаю всем подписчикам, кто подписался на данный канал. Если вы это сделали, вы красавчик. Поздравляю вас. Вы попали в правильную грань Ютуба. Всего вам наилучшего.